Всем привет, вы на канале Сурасура. Сегодня мы обсудим немножечко новую функцию на арене и также немножечко посмотрим наши спойлеры на завтра, совсем чуть-чуть. Но перед всем этим немножечко рекламы. Начнем со спойлеров. На прошлой неделе я вам так и не показала новое яйцо, которое называется Пылающее Королевство, но наряд там выглядит вот так. Смотрим вместе анимацию. Но он мне уже нравится, кстати. Мне очень нравится прическа здесь. Прям очень крутая. Да и платье тоже шикарное на девушке. Еще и чулки. Все, как я люблю. Посмотрим наши крылья. Но тоже ничего, так симпатичные. Ну и транспорт. Транспорт тут меня покорил просто. Да, я знаю, что есть примерно такая же луна уже фиолетовая, но мне кажется, этот немножко все-таки лучше. Хотя вот этот свет под ней немножко, мне кажется, мешает. Есть такая настройка тоже тут. Ну и посмотрим тоже на парней, почему бы и нет. На парней, мне кажется, нам многим тут нравится смотреть. Кстати, вроде на каком-то сервере этот наряд на парней с темными волосами. Не знаю почему. Но как-то он больше такой на вампира похож. Да и летучие мыши летают. Мне кажется, что это яйцо больше с нарядом вампирским, нежели какое-то Пылающее Королевство. Да, теперь это вампира, я считаю. Ну а теперь переходим на нашу арену и посмотрим, что же нам добавили туда. Казуальные батлы. То есть это что-то легкое. Здесь у нас делится на два типа. Синглплеер, там где вы, в принципе, один. И дуоплеер, там где вы сражаетесь вдвоем. Мы начнем, конечно же, с синглплеер. Никого звать не будем, хотя мы можем позвать людей, друзей, вообще просто, которые находятся у нас на строчке. Но мы не будем никого звать. Посмотрим, у нас тут обзор, что мы здесь можем получить. Немножко не так тут с датами, почему-то 21 год, а у нас какой-то 22 же на дворе, ребят. Здесь говорится о том, что мы можем получить слезу Венеры. Это та штука, которая нам нужна в церкви на дерево любви. Также, что мы получаем больше наград от нашего повышения ранга. Что мы можем получать награды всего 10 раз в день. И что за осколки наряда мы можем выкупить наряд. И, собственно, ниже представили, что это за наряд. Выбираем наши любимые режимы и дают нам тип песен. Мы можем убрать, которая нам не нравится, и другой человек тоже может убрать, который не нравится. И нам уже рандом будет убирать из оставшегося, потому что же мы танцевать-то будем. Но вот выпала мне какая-то очень легкая песня. Танцевать я с вами ее не буду, я прокручу это все-таки. Для меня это потому что долгие 3 минуты, для вас это будет, конечно же, пару секунд. Ну, вроде все, оттанцевали, и теперь нам дают 4 карточки, и мы должны выбрать что-то одно. Смотрите, получили мы кусочки для нашего наряда, которые мы потом в будущем можем обменять на сам наряд. И вот их мы можем получать 10 раз в день всего. Идем в дуоплеер. Ой, дуоплеер, дуоденс. Тоже можем позвать сюда кого-нибудь, но мы опять-таки звать никого не будем. Будем одни. Кстати, танцуем мы с ботами. Это не люди. Здесь все боты. Вот такой наряд мы можем выкупить здесь. В принципе, ничего не поменялось. Тоже выбираем наши любимые режимы. Снова крутится песня. Снова... А, кстати, сначала выбирается у нас режим, какой все-таки будем танцевать. Здесь снова выслеживание. Убираем нелюбимую песню. Я убираю самую медленную. Мне... Ну, зачем она мне... И смотрим, что нам выпадет. Нормальный 5. И вот здесь мы уже танцуем с парой. Точнее, в паре. Тоже здесь абсолютно все боты. У нас здесь нет людей. Здесь вот я и 3 бота. Кстати, боты здесь играют просто идеально. Они прижимают все идеально. И шанс того, что вы выиграете их, это очень маленький, конечно. Не знаю, почему так сделано. Возможно, баг, возможно, нет. Возможно, специально так сделано. Но я буду надеяться, что это баг, потому что они меня тоже обыграли, хотя я вроде не так плохо играю. В общем, обидно.
тоже прокручивает танец. Здесь ничего интересного нет у нас. Все, оттанцевали, вроде как должны выиграть. Но мы проиграли, почему-то от меня очков совсем ноль. Тоже можем еще раз выбрать какую-нибудь карточку. Давайте вот эту. Тоже получаем осколки, но можем получить и золото. Это все лучше, чем золото, я считаю. В общем, еще появилась одна функция, где мы можем фармить каждый день, куда заходить, фармить какие-то осколки, обменивать на наряды, получать дополнительные награды в виде слезы Венеры. Слеза Венеры никогда не бывает лишней, особенно когда вы качаете себе там пару с помощью журавлей или же просто звезды делаете на свое кольцо. В общем, удобно. Жду, когда откроют третий. Вообще, на самом деле, это хорошо. Я вижу, что в игре есть прогресс, что все время что-то добавляют. Не просто представили и все. 4 года жди обещанного. Нет, все-таки добавили, все-таки что-то развивают. Возможно, и третий тоже добавится в скором времени. Не знаю, когда это все придет на русский сервер. Возможно, после глобального обновления, возможно, чуть позже. Но, в принципе, до конца года, наверное, добавят. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте и не забывайте подписываться на канал.